Сегодня в интервью центральной прессе известный российский музыкант, бывший зять Аллы Пугачевой, Владимир Владимирович Пресняков, шокировал общественность своим мнением о пожаре в замке Максима Галкина. В отличие от Аллы Пугачевой, которая примчалась в Россию, чтобы спасти своего внука, Владимир Пресняков крайне не одобряет поведение сына и его образ жизни. Стало известно, что в связи с пожаром в замке Максима Галкина у Преснякова испортились отношения с его коллегами Александром Малининым и Дмитрием Маликовым. В отличие от Дмитрия Маликова, который поддерживает свою дочь Стефанию и готов помочь ей финансово, Владимир Пресняков считает, что его сын виноват во всем сам и должен ответить за свои поступки. Напомним, что неделю назад Никита Малинин, Никита Пресняков и Стефания Маликова устроили пожар по неосторожности в замке Максима Галкина. В результате пожара строение было практически полностью разрушено и погибли двое невинных людей. Стало известно, что Владимир Пресняков встретился с Аллой Пугачевой, которая приехала из Израиля. Разговор был не из приятных, Алла Борисовна поставила на вид бывшему зятю, что тот не досмотрел за Никитой. Однако Владимир ответил, что его сыну 30 лет, он женат и должен отвечать за свои поступки. Также Пресняков встречался и с отцом Никиты, Александром Малининым. Бывшие друзья разговаривали на повышенных тонах, и всему причина – пожар в замке Максима Галкина. Ведь совсем недавно стало известно, что Никита Пресняков свалил свою вину на Никиту Малинина, и тот стал главным подозреваемым. Стало известно, что и жена Никиты Преснякова, Алена, достаточно жестко отозвалась о своем супруге. «Мне хотелось выйти замуж за надежного человека. Я никак не ожидала, что Никита в 30 лет будет устраивать мальчишеские гулянки». Также стало известно, что Алена недовольна тем, что в замке присутствовала Стефания Маликова. Ведь еще до свадьбы с Аленой Никита симпатизировал дочке российского композитора и имел кратковременный роман со Стефанией. Когда мы заканчивали это видео, стало известно, что сегодня вечером Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте и Алла Пугачева должны встретиться вместе в одном из московских ресторанов. По некоторым данным, там должны присутствовать Александр Малинин и Дмитрий Маликов. Известные российские артисты собираются обсудить дальнейшую судьбу своих детей.